Где он? Блин, я тебя увидел! Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, доктор кто? Серега, не он ли он? Как всегда, очень много классных подписчиков, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Здравствуйте. Карта Undertale, режим прятки, если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Все запрятались, я иду всех искать, а я иду, иду на работу в пиццерию, Сережечку мочить, кого-то там облить. Новая песня у нас сегодня. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Мы записываем ролики каждый день. Будем сегодня искать не так, как обычно. Будем идти с другой части карты. Потому что я знаю, что все очень умные. Серега. Да. Я слышу твой запах. Ты взял Бэби Йоду? Да. Ах ты хитрый жук. Ты опять будешь контр нажимать и провалиться сквозь карту? Да. Не разрешаю так делать. Какими законами я тут запрещаю? А я буду изломать тогда стекла в этой карте, если ты будешь так делать. Крушитель 2.0. Лефти, идиот, давай, выходи. Стол разломал, кассу поломал. Шкаф уничтожил. О, так тут можно полкарты разломать, мне это нравится. Да-да-да, чей это дом был? Будешь сливан, на тебе. Мне нравится. Сломал это дом у монстра какого-то. Надо мне стекла бить. Буду бить стекла. На. Убийца Крушителевич. Так, там никого нету. И кого я найду, тоже берет аниматроника из FNAF 6. Сегодня у нас будет по FNAF 6 аниматроники. Они для пряток идеально подходят. Они очень оптимизированные. И хорошо мочат. По-честному, надо прицеливаться и прям мочить. Я прям уничтожаю весь дом, потому что только так я могу всех найти. Все поломано. Так. Давайте будем спускаться. Это стекло тоже... А, еще выше есть? Идемте еще выше. А, нет. То показалось мне. Спускаемся. О, привет, давай вместе искать. А мы идем и идем на работу в пиццерию. Сережечку мочить, подписчиков мочить. Всех там веселить. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, у нас тут еще Новый год, кстати. С прошедшим новогодними праздниками. В апреле, говорю. Дима, а это Снежград. У них всегда это... тут ну, это у них снежная локация, так что у них всегда тут Новый год. Расслабься. Так, я тут буду стоять на входе. Если кто-то будет выбегать, я его замочу. Давай. Ищи здесь кого-то. Кто там горит? Мне показалось, что-то горит. Ломайте стулья, прицеливайся на них, и они ломаются, по идее, нет? Нет, да. Арбуз не надо? Радио. Ну что, есть там кто-то? Нашел? Мочи его. Можно убегать, кстати, чтобы было интересней. Стекла бьем. Серега, слышишь стекла? Нет. Так, значит, ты еще не этот, не того. Не он ли он? Теперь ты один из нас. Мы заражение аниматроником по всей планете. Кого нашли, превращаем в LFT. Так. А мы идем по карте Undertale. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Идем вон там щель. Снизу надо бежать. Так. Зачем бежать? Он никуда не убежит. Карта не такая уж и большая, чтобы от нас убегать. Так, а ты где? О, вижу. Так. Вон, еще один идет. А мы идем втроем пацанчиков мочить. Сегодня песенка, у нас музыкальный ролик. Ха-ха. Настроение, как всегда, классно. Надеюсь, вы сидите сейчас, смотрите этот ролик и улыбаетесь, как мы. Потому что наша цель — поднимать людям настроение. Ты дурак, что ли? Я тебя сейчас убью. Нет, не убьешь. Кого, меня, что ли? Ой, я его убил, что ли? Другой был. Да слышишь? Я не могу прицелиться почему-то. Здрасте. О! Вот так смогу. А сколько у тебя жизней? Тихо. А бессмертие ты отключил?
Да, я же пацанов всех уже замочил. Ну, я не вижу, я камеру взял в руки. Я ломаю здесь кресла все. Да найдется, далеко не уйдет. Так, мне показалось, что кто-то здесь ныкается, но никого нету. Картины. Все, уничтожаем. О, горшочки. О! Капхед, привет! Эй, не попал, пацаны, они все вырвались на волю. Ну, извини, что ж поделаешь, так бывает. Бегите и перепрячивайтесь, если вас обнаружат. Совет. А то Димка вас найдет. Да, а что я буду мочить всех подряд? Серега, я знаю, что ты самый хитрый. Слышь, а в Undertale этот плазма на 42 дюйма была? Да. Будем сейчас в плойку играть. Так, тут ничего у нас нету. Но я знаю, что Серега где-то здесь. И где же я? Ты Ctrl нажал и заныкался в это, где-то... Где-то... Ну, где-то, Вич. Не знаю, но я знаю, что... Ага, я догадываюсь, дед. Может, там ты в будке сидишь заныканный? Не-не-не-не-не, меня там нету. Ты, конечно, на ногу уже дал. Вижу! Побежали за челиком. Ах ты молодец! Так, Сережка, что, остался ты? Все, всех превратил? Ну, не знаю. Вроде бы всех. Сколько ты съел? Да штук 4 съел, и они еще подоходили там. Пацаны! Фаера не нашли. Давайте, кого не нашли, напишите в чате. Меня не нашли, мы будем знать, сколько еще людей искать. Так. О, привет. Отлично. Сережка, может ты вот тут в водопаде ныкаешься? Нет, там нету. Блин, как всегда придется Серегу искать целые 2 часа, но мы это сделаем. В этом и есть прикол. Серега профессиональный у нас ныкальщик. Так. А может, может? Так, я не знаю. Ты, Серега, на планете это находишься или нет? Я нахожусь на Юпитере. Нет, ты на Земле находишься или где-то далеко? На Юпитере. Или на воздухе висишь? На воздухе, в космосе. Ой, ты мочишь. Ребята, ну давайте его как-то искать вместе, шо ли. Ребята, ну давайте вы сначала всех найдете, а потом меня. Ага. Так. Меня никто не найдет. Я сейчас буду искать Серегу со всей силы. Я знаю, что он где-то тут ныкается, я уверен. Может, вот здесь вот на вышке где-то? Не, нет. Меня там нету. Нету? Бэби Йода, он сюда какой-то странный. Ты используешь, да, этот баг опять, наверное? О, я буду ломать тогда коробки все. Не. Тогда же интереснее будет, что ты, Серега, тебе тяжелее искать. Мне нравится. Короче, через пару минут меня не найдете, хана вам. А чё так сразу? Смерть будет вам. Серега, мы тебя найдем, ты не переживай. Ты просто нам подсказочку какую-то дашь? Я вижу снег. Перепутейшн. Я вижу стекло. Так, снег и стекло. Надо быть внимательным, очень внимательным. Я вижу шкаф. Ты в домике где-то сидишь? Подсказки закончились. Так, ребята, он где-то в доме сидит. Надо полы прочекивать. Прям водите прицелом, и вы тогда найдете его. Так. Может, все-таки здесь? Давай, Серега, если мы тебя через 2 или 3 минуты не найдем, то давай, взорвешь на всех. Будет по-честному, ребята. Да. Если мы сейчас Серегу не найдем, он на всех взорвет. У нас есть стимул очень быстро его искать. Потому что я хочу остаться в живых. Так, Серега, Серега. Отчет времени пошел. Новые правила на прятках. Не успеваешь найти кого-то, взрывает всех. И себя тоже. Да. Серега, я вот так вот прям бегу по воде. Я более чем уверен, что ты где-то тут вот. Он на дереве, пацаны. Нет. Он на дереве. Я думаю, что на дереве где-то сидит. Валю.
Мав, ой, фу, все, успел. Так, 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 надо очень внимательно. Может, он на елке сидит, колядует? Может, он... Ах ты хитрый, ах ты хитрый. Так, 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 я думаю, что вот здесь он под елками где-то залипает. Он в тумане сидит, здесь самое плохо видно, я уверен, что он сидит в тумане. Слышь, ты, ежик в тумане, выходи. Все, сдаетесь? Так нет! Нет, еще минута у нас. Что? Я же засекаю все, минута еще. Ребята, минута. А он специально так сделал, чтобы мы его не нашли. Моя школа, Серега, молодец. Давай, скрэп-бэйби, беги. Может он... Может он и он? Я даже не знаю, что делать. 30 секунд, Дима. Да какие 30 секунд? Давай хотя бы 31. Ладно, 32. Блин, 30, как да. бы мне хочется 30. Тебя найти. Блин, ребята, он сейчас нас убьет всех. Вот тут, я думаю, что на крыше где-то сидит. Вон в трубе всё сидит. Сдаёте? Нет, нет. 10, 9. Ну 8, нафиг. Ребята, 7, мы сейчас 6, умрем все. 5, 4. Помолитесь. 3, молитва 2, аниматроников. Где он? Блин, я тебя увидел. Я на монтаже, когда буду монтировать, я тебя увидел. Ты там сидел на краю карты в тумане. Да? Ах ты жопа. Я специально вас дезинформировал. Ну ты молодец. Серега, дай я покажу, как надо взрывать бомбу. Это разве взрыв? Это взрыв? Нет. Нет, сейчас будет тебе взрыв. Давай вот эту взорвем бомбу. Ой, ой, ой-ой-ой. Я их столкнул. Вот это жопа. Если вам понравилась эта рубрика и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и посмотри следующий ролик.